меня мышление такое ассоциативное. Моя система, она ближе к тому, что называется игра в бисер. Я не знаю, может быть, кто-то из более старших встречался с такой книгой Германа Гессе. Это идет речь о такой философской игре, которая позволяет создавать аналогии и ассоциации между разными видами искусств, знаний и связывать их в один пучок, в одну некую такую большую картографию знания и знания в высоком плане этого слова. Музыка как терапия. Во-первых, надо вопрос задать себе вопрос, что такое музыка, а второе, что такое терапия. Музыка – это совокупность 9 муз, которые родились от, там, греки так считали, которые родились от Аполлона и музы по имени Мнемозина, это муза памяти. И поэтому нету музы музыки, а есть музы лирической поэзии, танца, гимнической поэзии, муза истории, муза астрономии, муза чего хотите, танца. Да, Терпсихора, их 9, они очень красивые все имена носят. Прекрасное пение, Калиопея, это самая главная муза. А музы музыки нету, потому что музыка это есть все сразу музы вместе. Поэтому все вот эти внутренние ее отношения, они как раз и являются знанием и умением. Потому что в одних случаях музыка позволяет человеку стать социально обеспеченным и стать музыкантом, войти в экономику, и стать знаменитым или стать по градации средним или обычным. А с другой стороны, музыка может быть некой вселенской. То есть все, современный музыкант такой, как Джон Кейдж, он сказал, что музыка есть все, что мы слышим с намерением услышать музыку. Значит, то, что сейчас происходит, вот бегаю, то есть пение птиц, бегающая ваша вот дочь, которая поет и прибегает туда. Это входит в процесс, то есть мы должны научиться это слышать. Значит, это к вопросу. Я хочу пробежать быстро все это. Значит, что есть первым звуком является, собственно, звук создается в танце. Значит, мир был создан по индийской, по ведической философии танцем Шивы, то есть турбион, вихревый танец. Значит, звук при этом возникший на иудейском, как бы в Торе написано «Берешит», начало, как бы было, ну, было начало. Там логос тот же самый, это начало было слово у Ивана написано. Значит, слово, оно, чтобы оно возникло, должен произойти жест. И поэтому музыка и танец – это практически одно и то же. То есть это две области, которые находятся в полном взаимодействии, потому что музыка возникла от движения. Я буду сразу привязывать это к вопросам терапии детей, чтобы не брать много времени. Вот эти некоторые стереотипии, которые мы наблюдаем у этих детей, вот они вот так вот прыгают, и они начинают вот какие-то жесты делать, повторяющиеся. Повторяющийся жест является признаком аутизма внешним. Значит, что можно терапевту делать? Его нужно как бы взять и этот жест использовать как процесс звукоизвлечения. Такой очень правильный термин – sound generation. То есть «geniasium», ну, это, по-русски это называется звукоизвлечение, это очень красиво, это как извлечение руды из минерала, или из вот, то, что вы вынимаете, шахтеры. То есть нужно погрузиться в глубину, чтобы что-то извлечь оттуда. И это вот очень симптоматично. Музыка вселенскости музыкального образования, то есть воспитания и знания, она также заключается в том, что она позволяет человеку, который видит все на двухмерном пространстве, на досках, на бумагах, на книгах, на фортепиано, которое слева направо. Вот. А это все как бы модели, которые показывают нам глубину и высоту, но при этом они ее показывают в двухмерном направлении. Но она же и двухмерным-то не является, это, хотя и представлена в двухмерном виде, потому что вся проблема музыки, когда вот вчера была конференция и был разговор от профессора, который с нами по видео общалась, в том, что им не, ну, или, ну, вообще вопрос, нужно ли называть до ре ми или говорить, что я играю на морковке, на свекле или на этом, на лимоне. Как бы ни называй ноты, звуки,
Вибрация от этого не меняется сама по себе. Значит, мы, на, у нас перед нами возник мир представления клавиатуры, так называемой, вот, слева направо. Я создал клавиатуру справа налево, то есть в другую сторону, потому что нужно действовать зеркальным путем, нужно воспитывать равновесие, особенно в детях, которые неуравновешены, потому что человек – существо с двумя половинами мозга, и вся главная проблема – то, что постоянно нарушаются между ними связи, с одной стороны, и бывает часто какая-то сторона не одна или другая может быть недоразвита. А еще, потому что я не только с аутистами работаю, работаю с церебральным параличом, а также с детьми, например, есть аплазия какого-то мозолистого тела, такая есть внутри мозга такой предмет на уровне как раз этого вот лимбического уровня, то есть на уровне среднего мозга, который связывает два полушария. И вот он, у него, если у него какая-то сложность, то ребенок не может находить, то есть у него нет взаимосвязи между двумя полушариями. Он, может быть, что-то увидит, потому что то, что видит, попадает в правое. А потом ему он этой рукой возьмет, потрогает то, что он видел, но он это не увидит, потому что левое полушарие не отвечает за видение, а отвечает за тактильность, например. Там есть несколько, очень есть интересные французские исследования. К тому же человеческий мозг, судя по, вот если брать эти рисунки вот французских разных популярных изданий, у нас у мужчин и у женщин существуют разные типы взаимоотношений, потому что женский, как бы вся его фемина, женский мозг у него по изучению и по исследованию, у него он привилегирует больше внутренние связи правое и левое, то есть она занимается постоянным уходом справа налево, а у мужчин это происходит как больше. Каждая сторона мозга начинает действовать по своим, то есть она действует в одну сторону, у нее одна направленность. Да. А дело в том, что я вчера это озвучил как раз и сам даже удивил себя, то, что мы все знаем, что мы родились, каждый из нас, от матери и от отца. Но мы же не андрогины, мы же каждый из нас или становится матерью или отцом, или не становится. Но мы же становимся одной или другой половиной того целого, которое нас произвело на свет и дало нам пульсацию, вот импульс к жизни. Значит, это как бы самая большая проблема, потому что как идентифицировать себя, будучи как бы, как создать некое вселенское мышление у человека, который является в принципе обрубком, потому что он не только мужчина или только женщина. Поэтому существует институт брака и то, что человек по иудейской философии и богословии, теологии становится полнотой своей только когда он приобретает свою половину. И тогда он является уже некой единой структурой. Так вот, музыка, она как бы в едином своем виде, она позволяет, то есть музыка, она является звучанием для всех. Мужчины, женщины, животные, не знаю, птицы. Кто-то что-то воспроизводит. Я сейчас поговорю о нескольких эпитетах. Музыка – это пустота, потому что чем больше пустоты, тем больше будет резонанс звучания. Да? Мы берем вот такую-то вещь, как камертон. Я его бью о свою кость, ничего не слышу. А я его бью, вот так же бью и сюда ставлю. Он начинает звучать. Музыка – это конструкция. Вот я хотел показать как раз этот конструктор. Это очень важная вещь. Вот мы говорили о клавиатуре. Вот видите, вот представление так называемой гаммы. Ну вот она самая простая гамма там. Восходящая. Да, она идет от ля до ля. В этой гамме используется нотация древняя, она идет буквами. Потом это назвали утро ми фа соль, потому что был такой гимн Святого Иоанна, и в XI веке некий Гвидо д'Ареццо сказал, что он взял, привязал для мнемотехники, для, чтобы люди могли запомнить, он сказал, что это было так «Утквеат лаксис», потом «Резонари фибис»,
Mira gestorum fabulitorum solvi poluti habire atum Sancte Ioannes. Это гимн святого Иоанна, каждый первый слог этого гимна стал названием ноты итальянской. Поэтому возникло, а потом ут заменили на до, потому что стали говорить домины, 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 все время говорили домины, да, Господь. И с этого, собственно, возник звукоряд европейский. А раньше это было ля си до, то есть это был алиф, бет, гиммел, далит, если хотите, или альфа, бета, гамма, дельта, или абэсэдэ, или абэвэгэдэ. Это то же самое, потому что все буквы, они везде одинаковы во всем мире. Финикийский алфавит, еврейский, греческий, русский. Это одно и то же. Первые четыре, во всяком случае, буквы. И они были абэсэдэ. Потому что каждая буква означает порядковое число, номер. Число. То есть именно, значит, музыка численная вещь, и она исчисляема, но как бы поскольку мы привыкли ко всяким а миром управляет второй закон термодинамики, который называется энтропия, вы знаете о нем. Потому что любая затраченная энергия, она исчезает в какой-то момент. Но чтобы я подбрасываю что-то, оно падает. Это не то, что только там, это связано с гравитацией, или там у меня бензин кончается в какой-то момент, еще что-то. То есть вот все разрушается, мы стареем. Ну как бы все время есть закон потери энергии. Это закон, потому что я не могу, нету еще, никто не создал перпетум мобили окончательно. Вот этот инструмент в плане образовательность является как бы отображателем как раз вот этой самой теории, потому что он позволяет осознать и визуализировать и одновременно пропрактиковать, то есть сам прецедент искусства, некую структуру, которая одновременно является и одной цельностью, и набором ее разложенных частей, на которые каждый из них можно играть, потому что вот вам до си радиоморф, понимаете, а как? А вот там ре диез будет. А здесь будет это. Значит, музыку можно играть. А игра является, ну, они могут там валяться. Игра является сущностью детского подхода. Воспитание к детям идет через игру. Значит, что может лучше исцелять искусство, как игра, как не игра в музыку? Значит, чтобы играть в музыку, нужно играть в музыку и в ее составляющие части. Значит, нужно, это позволяет научиться, когда все это разобрано и валяется в виде кучи железной, с одной стороны можно ею играть, а с другой стороны можно, дети приходят, ой, как интересно, они начинают собирать эту гамму, это называется гамма. Вдруг они понимают, что это лестница. А что лестницу, это можно представить, у меня тоже в книжке нарисована лестница. На самом деле лестница происходит не как лестница, она является циферблатом. И музыка вообще происходит по такому принципу, что тот самый до, вот этот ют, который находится в самом низу клавиатуры, он совершенно не внизу клавиатуры, а он находится здесь. И вот они начинают так, до, ре, ми, фа, соль, ля, фи, до, допустим, да? То есть в одном месте это до, вот эти все, понимаете? То есть циркулярное представление звукоряда, которым занимаются современные институты музыкознания в Европе, в частности РКАМ, но вообще все знают об этом представлении. Они позволяют визуализировать вообще все как единую взаимосвязанную систему, которая одновременно относит нас ко времени, потому что это как бы выглядит как циферблат. Правильно? Значит, мы здесь видим движение времени, часов. Например, оно может время, как бы оно может быть идти в одну сторону и в другую сторону. Значит, у нас опять же идет речь об универсальности. Значит, времени и единство времени и как бы жеста, потому что чтобы двинуться в одну сторону или в другую сторону, мы можем идти плавно, а можем идти постепенно, можем прыгать. Все это было потом пыталось, вот современность как бы ведет нас к цифровому отображению всего, и она привела к тому, что есть такие игры, где можно так вот, то есть кто-то
делал такие пространства, что можно так вот пальцем или прыгать по ней, не знаю, стучать рукой. Гирибель этим занимался, композитор французский, уже старый человек сейчас, такой большой с полусферой, и на ней такие цветовые квадраты, и вот каждый квадрат отвечает какому-то звуку. Но опять же, все эти звуки в современности, они являются изображениями звука, цифровыми изображениями, то есть отображение, каптации. Они очень, очень как бы верные, эти изображения, они, но дело в том, что для того, чтобы их потом воспроизвести, используются электромагнетические колебания этих динамиков, а электромагнетические колебания динамиков добавляют к очередной вот загрязнению окружающей среды этот мир, потому что все сейчас происходит загрязнение электродинамика, эти волны все время насквозь все это пронизывают человека, мы все везде, то есть как бы невидимый мир превратился в мир электроники, которые пронизывают все насквозь, а мы этого не видим. И эти дети, которые сейчас все родились, они все это на своем шкуре и на своем мозгу вот это все получили, потому что мы-то этого не имели. У нас было нормальное все, у нас даже телефоны были круглые. Ну или там еще у кого, в зависимости от возраста. А, собственно, мы ничем не отличаемся ни от наших родителей, ни от прадедов, ни от неандертальцев, в общем, практически. Потому что у нас та же самая система, мы ходим точно так же двумя ногами, и у нас такой же развитый мозг. Потому что развитие, есть такая теория о триединстве мозга, это французская, англичанин один, называлось триединство, это, то есть у нас есть рептилоидный мозг первичный у человека, вот он задний, это мозжечок, у нас есть внутренний, мозжечку, ему всего лишь навсего, всего-навсего 400 миллионов лет развития. Первичный это примитивный, потом есть палеомамиальян, это древний для млекопитающих мозг, он возник по его теории 220 примерно миллионов лет, а третий уже наш современный, то есть третий, то что это наша кора, которая занимает вообще, этот мозг занимает 3,5 литра все-таки в голове, кора, она вообще происходит от 3,6 миллионов лет, то есть каждый из нас несет всю эту информацию в себе потенциально, потому что мы все равно на конце этой цепи находимся. Значит, вот просто чтобы быть короче, я хотел сказать, что мы все, то есть эти дети знают лучше, чем мы. Потому что вот я в этой книге своей затронул вопрос. Тот, кто родился позже, тот родился раньше. Потому что он как бы, он старше. Понимаете? То есть я такой парадокс просто для себя открыл. Потому что чем человек, он позже по отношению к некому гипотетическому началу, к этому вихрю, тем он как бы старше по сравнению с началом мира. Понимаете? А мы как бы моложе. Поэтому мы за счет нашей молодости должны вот эти... Они рождаются уже совершенно вечно. Вот самый последний родившийся, он самый старый. Потому что он в себе несет всю вообще информацию всего этого мира. Плюс там мы же не знаем, что были в его цепях родительских. А почему музыка? Потому что музыкой можно ее... Не очень хочу привязать ее, но это действительно существуют ассоциативные ряды, которые... Как же, так же, как в мозгу устроена очень сложная сеть аксонов, дендронов и вот эти взаимосвязи как бы ассоциативные, у аутистов они действуют немножко по-другому, чем у людей, как бы так называемых, не, ну, в смысле, которые не связаны с аутистическим спектром, и они в каждой своей области, у них, как бы, они занимаются, у них отдаленные связи, развитие отдаленных. Вот. Но музыка является генератором события. Значит, звуковое событие, танцевальное событие, там, рисовальное событие – это есть некий акт искусства. А что является актом искусства, никто не знает, потому что в психологии существует такой термин, как квалия. То есть, что есть вообще, что есть это, то есть, что такое возникает в момент игры.
Что делает красным цвет красный? Не сама краска, а вот что делает то, что мы это называем красным. В этом название квали. Значит, квали к ним, у них есть, там, по теории квали, есть главное, это прямое переживание. Значит, ребенок связан с, когда он занимается музыкой, он, у него мгновенное, вот тоже называется искусство, то есть техне. Он как бы через жест, он может танец, я не знаю, он может сделать вихрь, задеть, что-то бросить, и это вызовет реакцию. Звуковую реакцию. Или даже никакую, просто тишину, но как бы воздух растечет. Значит, в этот момент у него происходит ежемгновенное восприятие того, что он сделал. Значит, это вот самое главное, что и происходит, потому что оно не отсылает его ни к гипотетической удаче, которую мы хотим ему приписать и хотим на него спроецировать нашу идею, какой он должен быть удачливый, там, социальный или финансовый. И одновременно нас как бы не и отсылает его к некому вселенскому, как бы предвечному жесту, потому что все, что здесь в этом мире существует, все уже было сделано. И уже все повторяется только. Но все равно ничего нового под Луной нет. Ничего. Значит, невыразимость прямого переживания, потому что тот, кто его переживает, вы не можете пережить за него. Да он переживает. И есть присущность этих вот звуковых феноменов, есть как бы его собственная частность его факта, потому что он ни с чем не сравним. Потому что вы же не знаете, что будет, кто, а с чем это можно сравнить, что я сделал. И, но это не потому, что я это сделал, а потому что любая вот там такая вещь, которая... То есть это все воспринимается прямо сознанием. А вопрос в том, что как воспитать сознанием этих детей. Потому что самое главное – это и есть сознание. Потому что мы-то люди сознательные, мы же не животные, а люди. Таким образом, вот воспитание сознания, вот видите, вот эти вот пять кругов, которые в себе несут... гамму определенную, потому что есть самый большой, меньше и самый маленький. Нормальные, значит, есть такие дети, которые хотят их обратно собрать и очень сильно настаивают на том, что должна из этого выйти снова пирамидка, которая была создана с самого начала. А потом он говорит, зачем? А можно сделать, например, обратную пирамидку. Там. То есть вопрос заключается в том, чему мы должны этих детей учить, чтобы их сознание было развито. Значит, надо развивать свое собственное сознание, надо понять, о чем вообще идет речь в искусстве и в музыке, понять, что такое музыка, это понять, что это не резервировано консерваторскому образованию, это не запрещенная область, это не элитное искусство. Это просто знание, это связано с знанием количества, форм, качеств и все, выше всего. Значит, все это можно посчитать практически, увидеть, можно создать ему очень красивые разные формы. Так это же, вот это изображает, собственно, и саму гамму, потому что если каждый из этих вот кругов мы придадим определенное название ноты и по звуку, это будет до, ре, ми, фа, соль, а получается, что это... У нас получается соль, до, ре, фа, ми. То есть они поменялись местами, и мы их можем менять местами 125 раз, потому что это просто из трех звуков можно создать. Вся музыка раньше была вообще трехзвучная. Вот было три струны. Как создать из минимального количества некое сознательное событие? То есть я здесь действую так. Потом я ввожу третий игрок сюда. Потом они идут, я их здесь и так наглядно, они меняются местами. Да? Я могу так поставить. Потом в этой ситуации у меня может быть только 6, потому что это 1 умноженное на 2 умноженное на 3. Как это называется термин? Пишется с восклицательным знаком по математике. Уже не вспомню. Может быть, кто-то из моих коллег помнит, Давид.
Когда вы добавляете четвертую гранату, нужно эти 6 умножить на 4. У вас получается 24 перемутации, значит, из 4 колоколов можно создать 24 мелодии. Я к тому говорю, что как бы... Факториал. Это факториал. Извините, просто мне нужно далеко было ходить в эту аксонную связь. Это факториал, значит, факториал. Есть такая, в Англии есть такая игра, это Change Ringing, они там 6 колоколов, 6 игроков, это игра в искусство. Они, каждый дергает за такую длинную веревку, у веревки есть две позиции, нижняя и верхняя, значит, у каждого есть двойной жест уже, у каждого из игроков. И каждый должен в свое время, вовремя дать удар своего колокола. Из 6 колоколов создается факториал 6, это уже, извините, 720 звуков, понимаете? Значит, 720 мелодий, которые вообще не повторяются, это длится целый час. И они играют там дан 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 и это происходит без всяких нот. Просто возникает алгоритм в самой группе, и они говорят, что вот вы меняете, это называется change, то есть они меняются местами, одни с другими. Сначала ты бьешь первый, потом вот ты второй, а это третий, четвертый, потом первый, кто бил первым, он встает на второе место, а это встает не меняясь местами, а по времени, как бы, чисто. Можно не повториться. Да, самое важное, чтобы ни разу не повторялись мелодии. И вот за счет, есть вообще группы, которые по 10 колоколов устраивают в Лондоне, это сам Святого Павла. 10 колоколов, это длится 10 часов, там какое-то миллионное количество этих комбинаций. Вот это все, это же если начать как бы понимать, что происходит по-настоящему в искусстве и как можно структурировать сознание, то можно, то перед нами открывается как бы некая совершенно такая вселенная светлая, какая розовая. Квалия, что делает этот цвет с тем, что он есть? Вот видите, вот этот фушья. Значит, мы сейчас закроем первую главу. Я кое-что посмотрю и скажу вам кое-что дальше.